Знакомьтесь, это черный, наша экспертная комиссия. Она будет все оценивать в подробностях. Итак, что я купил на 300 рублей? Так, начинаем с вот этого батона. Батон очень хороший, у нас такой не продается в магазинах. Если его завозят, то сразу раскупают. Мне такой не достать. Он мягкий такой, с этой корочкой, да, как должна быть. Вот, свежий вообще, свежайший. Он даже, наверное, был теплый, да? Смотрите, вот. Вот, все вообще прекрасно, да? Свежак. Срок годности 24 часа, и при этом он не премиумный, а обычный. Экспертная комиссия уже лезет прямо в пакет. Но мы будем доставать постепенно. Мы не будем ее слушать, эту экспертную комиссию. А то она нас торопит. Колбаса докторская ГОСТ. 200 грамм. 200 грамм обычной колбасы, даже хорошей, за 120 рублей. Это прекрасно. Потому что без хлеб, без колбасы, деньги на ветер. Так. Вот, короче. Вафли. Вафли. Вот, вафли это обязательно. Когда они за 18 рублей, их надо брать оптом. Это само собой. А вы что думали? В сказку попали. Так, дальше. Дальше карат. Шоколадный. Вообще прикольный. Обожаю вот эти сыры шоколадные. Всю жизнь их обожал, да? Камера не фокусируется на нем. Настолько он прекрасен, что на нем камера не фокусируется. Но он вообще он нормальный сыр, короче, недорогая цена. За 80 рублей я его не буду покупать, а по скидке за 60, конечно же, я его куплю. Вот. Получается чуть больше 300, но как-то чек посмотрим потом. В чеке все равно получилось нормально. Смотрите. Пивандри. Искусство варить чешское барное. Тоже по скидке. Тоже. Оно так стоит 130, а тут 99 рублей, по-моему, или даже меньше. Итак, смотрим чек. Вот. Вот чек. Я пошел за сахаром и солью сначала. Смотрим сахар. 40 рублей. Смотрим соль. Йодированная тоже. Почти сотню получается. Да, сахар и соль. Почти 100 рублей. Вот. Короче, а так получил с сахаром и солью 460. Ну, на 400. Обманул чуть-чуть, да, господ. Господ я чуть-чуть обманул. На самом деле, всего-то, видите, как получается. На 400 рублей обманул всех. Сказал, что на 300. Тушите, господа, свет.